Краткое содержание повести Антуана Мари Жан-Батиста Роже де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Главный герой в детстве мечтает стать художником. Они рисуют забавные картинки, но взрослые не замечают в нем талант. Они советуют мальчику хорошо учиться в школе и налегать на точные науки. Повзрослев, герой выбирает профессию летчика. Во время выполнения задания его самолет глохнет посреди бескрайней пустыни Сахара. Мужчину ожидает мучительная смерть от голода и жажды. На следующий день пилот с удивлением обнаруживает маленького мальчика с золотыми волосами. Он быстро находит общий язык с маленьким принцем, который прилетел на Землю с крошечной планеты В-612. Мальчик рассказывает новому другу о том, как он старательно ухаживает за своей планетой, выкапывает сорняки, чистит вулканы. Его одинокая жизнь меняется после появления прекрасной розы. Когда надменная красавица отвергает любовь маленького принца, он отправляется в путешествие. Золотоволосый мальчик посещает соседние планеты. Он знакомится с пьяницей-честолюбцем, фонарщиком, королем, деловым человеком. Каждый из них делится с мальчиком своими бедами и радостями. На Земле маленький принц находит настоящих друзей – летчика, лиса и змейку. Он возвращается к себе домой и на прощание просит летчика смотреть почаще на звезды и вспоминать его.